Совсем недавно команда «Поиск средней школы номер 10» посетила областной туристический слет «Спасатель-2011». И не просто посетила, а приняла участие и одержала победу среди 17 собравшихся команд. Соревнования юных спасателей растянулись на 3 дня. По приезде ребята оборудовали лагерный городок, затем поспешили занять свое место на сцене для проведения творческого конкурса «Мой край», где за 10 минут команда в составе 6 человек должна была познакомить зрителей с родным городом и его отважными жителями. Нашим в этом конкурсе не нашлось равных. Сам спаси другого. А на самом деле быть спасателем — это не то, что вы думаете. Это то, что думаем мы. После ночи на свежем воздухе ребят ожидал насыщенный день. Установка туристической палатки, выпуск газеты, наше издание стало лучшим. В оказании доврачебной помощи слонимские девушки получили серебро, а в стрельбе юноши были 3-ми. После обеда в импровизированной столовой состоялся конкурс «Разведение костра» и долгожданная дискотека. Несмотря на то, что следующий день был решающим, никто не жалел своих ног. Последний день соревнований состоял лишь из одного конкурса, но он был самым напряженным и захватывающим. Преодоление полосы препятствий. Здесь наша команда открыла себя с лучшей стороны и показала лучшее время. Чуть-чуть осталось, упала, перекатилась и финиш. Бегом, бегом! Бегом, бегом, бегом! В общекомандном зачете команда «Поиск» Слонимского района стала победителем и вскоре будет отстаивать честь Гродненской области на республиканском уровне. Желаем удачи!